уважаемые члены Высшего Госсовета, через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Беларуси и России, тогда еще был первый документ сообщества, мы делаем очередной важный шаг на пути нашего строительства союзного. Нами утвержден масштабный пакет интеграционных документов, а они нацелены на упрочение экономического потенциала двух стран. Выражаю признательность за кропотливую плодотворную работу нашим правительствам. Они провели огромную работу в сжатый промежуток времени. Всем экспертам, принимавших участие в подготовке этих документов, я прошу членов Высшего Госсовета, правительств и парламентов, постоянного комитета в рамках своей компетенции обеспечить практическую реализацию союзных программ и принятых решений. Я хочу поблагодарить всех участников заседания за нашу работу, но прежде чем закрыть наше заседание, я хотел бы сказать, что мы с Владимиром Владимировичем найдем еще время для того, чтобы обсудить некоторые вопросы и сегодня, и в будущем нашего союзного строительства. Я просто хочу в заключении членам Высшего Госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге привезет в Крым. Ну вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего Госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, ну если не в Крыму уже, ну может в Питер съездим на родину, посмотрим, что там делается. А в свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину, это 20 минут от Москвы, вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае. Да, конечно, мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это.